когда вся власть принадлежит одному человеку, когда нет противовесов, когда нет никаких механизмов отправить его в отставку, когда Конституционный совет – это просто орган карманный, ничего не решающий, когда все богатства страны в результате перетекли в карман Назарбаева и его семьи, только состояние Назарбаева оценивается в 200 миллиардов долларов, не считая его близких родственников, мы все теперь видим, кто является врагом нашего Казахстана. Назарбаев. Хазаршаев Канда, шал біздің душпанымыз. Шал душпан. Именно поэтому мы поставили название шал душпан. Душпан – это враг. Это враг нашей страны, враг наших граждан. И мы при любых обстоятельствах говорили, что цель демократического выбора Казахстана – добиться смены политического режима, первое, ликвидировать должность президента, построить парламентскую республику. По сути дела, на этот митинг главная тема – шал душпан. И на острие этой темы мы выдвигаем различные требования. Свободу политическим заключенным. Список их известен. Сейчас активно идут пикеты по стране с требованием освобождения Мухтара Джакшева. Мы 21 сентября, помимо всего, будем выдвигать требования свободы политическим заключенным.